Всем добрый день. У нас сегодня будет установка стиральной машины Scandilux. Узкая моделька устанавливается здесь. Ну, у меня очередной шедевр от застройщика. Сделан выход канализации. Внизу выход водопровода. Зачем-то наверху одно другому теперь мешает. Канализацию надо поднимать наверх. Ну, на подачу воды кран еще, ладно, полбеды, что не поставили. Но как канализация сделана, это, конечно, никуда не годится. Будем исправлять. Первое. Кран. Необходимость. Не надо там использовать переходники, футерки и все прочее. Штатный кран имеет более толстое посадочное место. Специально рассчитан под прокладку. Нет ограничителя, как на многих футерках или переходниках. Поэтому почему не поставить кран? Часто приезжаю, стоит уголок, там куча переходников. Вот. Есть у нас вещь, которая должна быть. И вода закрывается как положено. И сюда уже надежно, безопасно подключается шланг от стиральной машины. Потому что при использовании шланга с прокладкой нельзя подматывать там ленфум-ленту. Ну вот штатное посадочное место для шланга. У нас часто бывает, люди вступают в дискуссию и все прочее. Пытаются что-то там еще напрямую, накривую. Как бы, ну, можно сделать все, что угодно, но лучше сделать так, как должно быть. Поставили кран, и никакой беды не будет. И кран лучше ставить хорошего качества. Также дальше канализацию. Может быть, конечно, некоторые люди считают, что установив сюда манжет, можно подключить и сюда. Вот в ту вот. Мухи, еще что-то там. Мушкара полетела, приоткрыл. Она летает. Ну, просто, наверное, застройщик давно. Не знаю, может быть, клапан и не нужен, да, как бы. Ну, наверное, лучше все-таки подключить к клапану. Здесь есть хоть какая-то защита, чем вот засунуть шланг от стиральной машины вот в эту вот грязь и считать, что я прав. Ну, не знаю. Может, конечно, есть люди так думают. Ну, мне кажется, что вот свою новую стиральную машинку, вон они, полетели. Мушкара. Так что не знаю. Решать вам. Так, коммуникация будет выглядеть вот таким вот образом. Нет, я тут сам с собой. Так, коммуникация будет. Ну, трубу пришлось сюда, естественно. 32-ю поставил, вроде она чуть покомпактнее будет. Слив подачи воды. Вот таким вот образом. В принципе, машинка зато будет работать. Люди все равно потом будут делать ремонт и уже как бы утопит эту стену. Будет поблагороднее немножко. Скажу. Так, здесь все закончил, к сожалению. В эту сторону мешается, упирается в машинку. Здесь тоже немножко как раз сделано. Как порожек выпирается. Не получилось. Ну, развернули так. В принципе, будет стоять корзинка. Нормально. По машинке. Модель узкая. Ну, здесь выбиралась узкая модель. Загрузка имеет 4 килограмма. Скорость отжима 800 всего лишь. Она очень простая. Вот здесь минимум функции. Бак тоже небольших размеров, обычный щеточный мотор. Производство написано 23-й год. Сверху пленка здесь. Задаем режим стирки. Все режимы указаны на русском языке. Все очень понятно. Возможность на этой модели не использовать быструю программу, не балансировать белье, поэтому стирка начинается с ежедневной. Будет подольше служить, потому что на быстрой перегрузка и не будет балансировки белья. 15 и отдельный отжим 15, если с бельем при балансировке, поэтому не стоит искушать судьбу. Здесь у нас регулируется температура. Есть отжим и отсрочка. Замок обычный, такой классический, не магнитный здесь. По дизайну обычная стиральная машинка.
русских моделей можно выбирать. Здесь места на немного за него. Лоток стандартный, ну, побольше размера. Основная предварительная серединка полоски. Так, все, обзор на машинку закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.